Совсем не тайна, что нашей программе «Новости по будням» исполнилось 15 лет. По случаю юбилея мы проводим конкурс среди телезрителей. Для участия необходимо записать видео поздравления и отправить его нам на почту. Кстати, новые ролики мы получаем ежедневно, вот один из них. Вот всегда так, когда смотрю «Новости по будням», у меня поднимается не только артериальное давление, но и хорошее настроение. Всегда рад позитивной программе, узнаешь что-то новое. Александр Михайлович теперь претендент на главные призы. Их мы подготовили для тех телезрителей, кто оригинально поздравит наш коллектив с юбилеем. Стать участником конкурса можете и вы. Достаточно записать ролик, залить его в интернет-облако и отправить ссылку нам на почту. Ее адрес вы видите сейчас на своих экранах. Принимаем видеооткрытки до 23 сентября. Победители получат ценные призы. Сертификат на отдых на горе Соболиной, в санатории «Электро», в ресторане «Авантаж» или в лагере «Звездный». Ну а сейчас посмотрим очередное поздравление от нашей бывшей коллеги Евгении Бурыкиной. Благодарна судьбе, что именно с новостей по будням началась моя профессиональная деятельность, потому что там я получила не только навыки необходимые, но и научилась креативно работать, потому что обычные сюжеты мы не делали никогда, всегда искали какой-то нестандартный взгляд на вещи, какие-то оригинальные способы подачи информации. И в этом есть вот особенность этих новостей, свой стиль неповторимый. Я желаю коллективу его сохранять, творческого куража, удачи журналистской, благодарных зрителей.